В этих же листовках был описан порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации в лесу, а также санкции, предусмотренные законодательством России за повреждение или уничтожение лесных насаждений. Участковые распространили эти листовки среди сочинцев, причем особое внимание уделили компаниям старшеклассников и студентов, в ближайшее время планирующим выезд на пикники. Второй частью акции стала высадка деревьев. В ней приняли активное участие не только действующие сотрудники полиции, но и молодежь, и ветераны органов внутренних дел. Одну из пальм высадил и начальник УВД по городу Сочи Василий Умнов. Теперь она будет расти на территории городского управления полиции.